Name. Как обычно. Rubik Soft Organization, как обычно. Rubik. Rubik Soft Inc. Да, и, конечно, тут нужен серийный, как бы, ключ... Ключ продукта. Ну, сейчас поищем. Так, ребят, все, я ввел тут ключ продукта. Per server number of concurrent connections. Connections. Бля, а зачем? Тут, ребят, установка такая, знаете, такая. Ну, как сказать. А, простите, у меня тут телефон заряжается. Ща. Вы простите, конечно. Так. Так. DSD. 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 Все. Так, все. Манди, манди, сранди. Без разницы. Так, все. Installing network и ждем. Ой, так. Честно говоря, ребят, я, ну, не знал, что, как бы. Я вот, кстати, знаю, ребят, что, сейчас скажу. Я тут вроде нашел такие вот Windows, которые тоже 2003, но они были с разными этими, edition'ами. Сейчас скажу. Так, нам тут спрашивают кое-что. Network settings, typical. Давайте на typical. Workgroup. Не, не надо. Workgroup, как обычно. Так, у меня тут, короче, как его? Бля, да тут, короче, сейчас скажу. Короче, у меня тут, короче, разные Windows. Это, короче, такие. Насколько... Так, вот, смотрите. Получается, это у нас Windows Server 2003 Web Edition. А сейчас я качаю версию Standard Edition. Это вроде R2. Так. Тут дальше. И тут у нас еще одна есть версия. Как она называется? Ну... Как она тут называется? А, Enterprise Edition. На нее, кстати, ключей много. Enterprise. Поэтому качайте всегда такую. Ну, и тут еще есть Data Center Edition. Data Center Edition. Так, ну все, вот такие вот у меня винды, которые я как бы устанавливал. Но я решил сделать, ну как, установить стандартную. Стандартную, приличную Windows, с именами Windows. Finalizing. Ну тут вообще, кстати, на английском все, потому что я скачивал, по-моему, с сайта Microsoft. С самого сайта Microsoft.com. Так, поэтому. Кстати, на эту винду, как бы, мы будем выживать на этой винде. Тоже выживать практически, как и на Windows XP это было. Кстати, Windows XP скоро выйдет. Там я уже снял видео, там оно, осталось его только залить. Так, ну, в принципе, все, давайте. Ждем тогда, сейчас я быстренько пойду чайник. Ой, тьфу, бля, чай, ой, тьфу, кофе. Сейчас, подождите.
Фух, так, уже все, я себе чаек заварил, к сожалению. Ну, придется. Так, чайко. Кстати, я забыл вам сказать. С каждой подпиской на канал мир становится добрее. Да. Вот так вот. Магия. Магия существует. Так. Installing Start Menu Items. Да, угадаю, сейчас опять будет, что ли? Ой, бля. Ну ладно, будем ждать тогда. Чёртова реклама! Блин, вот серьезно, бесит реклама. Вот скажи, вот, блин, напишите, кто из вас знает, как это избавиться, бля. Итак, ребят, я вам немножко дал потанцевать. Поэтому, так что говоря, сейчас вот последний пункт, и скоро у нас запустится. Как бы, ну, сейчас посмотрим. Так, у нас почти установилось. Давай, пожалуйста, я хочу установить этот ёбаный Windows, пожалуйста. Я, блядь, практически как блядь, Андрей Нефёдов. Да. Thank you.
Ну что, ребятки, установился наш Windows, как бы. Сейчас, наверное, установка будет опять, да? Да, я угадаю. Ну, смотрите, практически такой же типа интерфейс, типа Windows 2000, да. Типа Windows 2000. Как бы, ну, как бы так. Но опять же, это тоже лучше, чем как бы Windows 2000, намного. Он практически похож, типа связан с Windows 98. 2000 Windows. Ctrl-Alt-2-Badgen. Ctrl-Alt-Delete. 2-Badgen. Подождите. Итак, я уже все... Что-то было. Ладно, извините. Так, юзернейм, администратор. И пип-пип-пип... Да, DSD. Да пофиг, хоть администратор, хоть не, хоть Рубик, посрать. Personalized setting up, personalized settings for. О, нифига себе, реально круто. Наверное, круто. Ни хрена себе тут файлов. Честно говоря, посрать. Ребят, Windows 7, ой, тьфу, Windows, да, ребят, тот практически типа похож на Display Settings Now. No. Блин, наконец-то, кстати, все, как бы мы установили наш Windows 2003 сервер, Windows сервер 2003, да. Все открылось. Update this server. Ой, да иди ты в сраку. Мне посрать на тебя. Administration. Нифига себе, тут вообще всего. Да, ребят, тут практически все. Ну, это я не знаю, что это. Так. Так, подожди, рефреш. А, рефреш это типа обновить. Окей. Manage your server. Так. Блин, вот это закрыть, конечно, нельзя. Ну, сделай типа так вот. Типа вот так вот. Чтобы не было, да. Чтобы не было. Так, ну мы установили наш Windows... ну вы поняли. Windows Server 2003. My current theme. Так, темы. Windows Classic. А, не, это тут можно... Ну, это ладно, ладно. Ладно. Давайте Windows Classic... Не, в принципе, Windows Classic это... Это практически как типа Windows... тоже, ну, как типа связанный с Windows 98 и 90 и XP. Одновременно. Так, что там у нас изменилось с этим? С My Computer. С моим компьютером изменилось практически все. Да, тоже изменилось. Вот так. Ну, что сказать? Нормально, мы все сделали, как бы мы... Ну, вы поняли, да. Ну, вот и все. С вами был я, RubikSoft, ваш любимый компьютерный программист, или как там его, крутой чувак, который устанавливает всякие программы. Или всякие там вирусы делают там всякие такое. Ну, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Как я уже сказал, с каждой подпиской на канал мир станет добрее. И удачи, и всем пока.
Да, круто вообще вышло.